Генеральный спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». В пятницу в Самарской области пасмурно, осадки в виде дождя, небольшое похолодание, +23, +27 днем, ночью 17-19 градусов выше 0. Ветер северный, северо-восточный, скорость 3-6 метров в секунду. В Сызрани пасмурно, осадки в виде небольшого дождя, днем +23 градуса, ночью +18. В Тольятти тучи и дождь, днем +23, ночью +18 градусов, юго-восточный ветер 3 метра в секунду. В Самаре пасмурное небо, возможен небольшой дождь. +22 градуса в дневное время, ночью +18. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 55%. Температура воды в реке Волга 25 градусов. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.